Здравствуйте! 8 июля произойдет первое обновление в игре. Будут добавлены новые уровни, это как сюжетные линии, просто будут добавлены новые этапы, за прохождение которых можно будет получить награды. Будет добавлен ивентовый магазин. Проходя ивентовые уровни, вы будете получать специальные итемы, которые вы сможете обменивать на нужные вам вещи из ивентового магазина. Все неиспользованные итемы по окончании ивента будут конвертированы в Найтиум. Готовьтесь каждый день заходить в игру, так как будет добавлен логин ивент. В течение события заходите в игру каждый день и получайте эксклюзивные награды. Что может быть проще? Будет добавлен новый баннер Ев и Синца. Тут все понятно, новые герои в гате, готовьте ваши люмамберы. Надеюсь, нам повезет. Для колосса будет добавлена эксклюзивная мебель, которая от обычной будет отличаться лишь дизайном. На этом сегодня все, да пребудет с нами хороший рандом. Всего доброго!